Вам а в каком моменте мы понимаем, кто импостер? Кто импостер? Написано, Джохан типа, с яйцами. Вот будет в том месте, где вот пишут сейчас, типа, вот, например, мне написано, Амурбокс говном. Мирный гражданин, там пишут. Я в игре, вот там, я знаю, я тебе объясняю, ты написали, тебе, ты бы... Я подозреваю что-то. Это было охуенно подозрительно. Это было охуенно подозрительно. Кстати, Амок уже обновляли. Видишь, уже какие-то новые там задания. Карты есть новые, новые, да. Карты, новые задания. Нет, это задание вроде было. Это было очень подозрительно. Что это? Это было очевидно, блин! Мармок импостер! Давайте его просто... Блин, это очень легко. Мармок первый убил Джохана. Ну, блин, это... Слышь, кто первый мог убить Джохана? Ну, понимаешь, что это такое? Что это такое? Мармок. Что, Мармок? Мармока перечислял, как зовут. Нет, ну просто, блин, мне кажется, это очень палевно сразу убивать Джохана, если ты Мармок импостер. То есть на тебя сразу кину все подозрения. А чего? Вот там все их вместе играют. Видишь, Олег, Богданус. Блин, ну понимаешь, просто Джохан и Мармок — это прям такая классическая связка. Если бы было бы наоборот, если Джохан был бы импостером, самое плохое решение было бы убирать Мармока. А вдруг хотят Мармока, кто-нибудь убивает Джохана, чтобы поставить Мармока. Ну, действительно. Типа, знаешь, что Мармок Джохана любит? Ну, кикните, пожалейте. А, вон, розовая — это Полина, видимо. А слушай, еще можно договорить, походу, уже внутри игры. А, добавили, наверное. Да. Аллилуйя. Можно вопрос? Мармок, кто-нибудь пожалел сейчас? Сразу же. У кого-нибудь сожаление появилось или нет? Да, видишь, они у с первого же голосования. Ну да. Я думаю, Джохан убили, сказал, все сразу поняли. Это очень палевно. Ладно, я думаю, они справятся. Опа. Обнаружен труп. А я ведь хотел... Бич, Мармок, это ты. Просто а как дела? А, ты это Джохан. Марина, кто-то отгрыз отомстил целую верхнюю часть. Знаете, что я видел перед... А тем более же он труп нашел. А можно же так делать. Типа, ты убил, а потом такой, я нашел труп. А кто это сделал? Да. Как это Джохан? Найти его. Туда бежала вниз Полина. Полина, я хочу услышать твои аргументы. Я бежала вниз, потому что реактор начал гореть. А почему ты не заметила, Марина? Потому что я слепая, наверное. Смотри, как Богдан не сбежала Марина. Чего не заметила Марина? Полина, он сказал. А, Полина. Ну. Богдан, скажи, Богдан, скажи, что прикол, придурок, они сейчас меня кикнут, это же дебил, что ли? Он мне скидывал в телеграм, покажу. Это прикол, идиоты. Это неправда, я бы не стал этого делать. Боже, идиоты, не кидайте, серьезно, не будьте идиотами. Я хочу поиграть. Богдан, скажи, что прикол, умоляю тебя, блядь. Они сейчас кикнут меня. Скажите, вы что, должны? Все! Не знаю. Да, блядь, прикалывается, это же очевидно. Слушайте, прикалывается, не прикалывается, но я отлетаю, вы что, что? Да, все проголосовали! По тебе приколы. Типа, да. Ну, против Мармока же, да? Какие вы тупые, ведомые, прости. У меня просто... Да, слушай, знаешь, я больше охуенно не со скрина, а с того, как люди придурки, блядь, типа, ну серьезно. Типа, люди просто вкинули картинку, где у Джохана ник был красный, типа, он импостер. Все такие, а, ну вот, пруф, Джохан, пока. Нет, это хорошо раскрыло мне то, что мои друзья кретины, почему? А ты вообще завали ты импостер. О! Сразу он выкупил, ты выкупил, ты же импостер единственный. Ради контента, извините. Я постою немножко, потуплю. Я буду делать все грамотно. Дешево. А, вот теперь вот он реально импостер. Могу сказать вообще первый. Я... Да, ты можешь сразу улететь первый. Это либо Олег, либо Аркадий. Вы дайте мне сказать для начала. Я говорю, я стоял мышку и провод искал. Потом пошел по коридору, нашел Богдана. Все. Это Аркаш. Все. Спасибо, что поиграл за импостера. Рты ваши долбил в жопу. Что за судьба такая, злодейка, а? Не могу поиграть за импостера вообще. Не дают мне, хотя бы не убивают первым, как это было на стриме, и то хорошо. Сейчас убьют. Спасибо, нафиг. Кстати, да? Марин, почему-то за мной не ходит, она обычно меня подозревает в чем-нибудь, но она теперь почему-то не ползает за мной. Странное дело, это подозрительно на самом деле. Это старая карта, стриме. Да? Да. Есть подозрение, да, что это Марин, типа, у меня довольно... Дрожен труп. А тут Марин стоял. Я должен заявить. Я видела Мармока в этой Мармок комнате. Бегал, видели бегал, красные бегал, штанишки. Бегал, бегал, я видел, высветилось вот этой щитовой красной штанишки, он не успел. И причем он типа сам заметил, да? А, может, я скажу, раз я нашел тело. Марин нашел. Хотя, давай. Ты его нашел.
А можно вопрос? Можно сразу закончить игру, блядь? Пожалуйста, Богдан знает, о чем я говорю. Можно? Что происходит? Что такое? Я, короче, я импостер. Ладно. Я в вентиляцию залез, когда убил Олега. Смотрю, Богдан забегает в медотсек. Кирилл, а можно вопрос? А что за... Зачем ты раскрыл себя сразу? Очевидно. Да потому что очевидно, Богдан. Я думал, что это Марин, я бы его... Я тоже думал, что это Варвок. Да. Все равно можно было там вилять. Ну, а он такой, ну да, ты я убил, ну короче. Да, я, ну там понятно было, что я сразу, все понимают. Следователи, мы остались без работы. Я тоже думал, что Варвок. Проводки не почините, съебаться. Я был уверен, что это Марин. Я хотел сказать, что это Марин. Я думал, Богдан сказал, что Марин. Я бы сказал, что это Марин. Потому что никто ничего не делает. Давайте кикнем Кирилла и в следующей игре тоже, нахуй. Всё, опа! Пошли, не голосуйте, не голосуйте, стойте, стойте. Кирилл, Кирилл, подожди, я хочу сказать, что... Кирилл, скажи мне еще. Я не видел труп, я не знаю, кто это. Мы видели троем, это получается либо... Блять, а где там был? Дайте мне один вопрос, прям с левого угла. Мне нужно один вопрос. Олег, скажи, пожалуйста, это ты или нет? Нет, я в админке был. Полин, скажи, это ты или нет? Нет, я на камерах смотрела. Это Полина. Уёб. Да. Я эту карточку бы задание не вижу с карточки. Да, она просто правильная. Стойте, 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 стойте. Скажите, скажите честно, кто импостер? Есть? Может, кто-то хочет признаться? Я признаюсь. Кто? Давайте играть. Я не импостер. Я признаюсь. Полина импостер? Да. Полина. Всё, Полина импостер. Скажи честно, просто... это была правда? Да. Дура, блядь, какая гость! Да! Да ёпки рот, ну почему я каждый раз... Как тебе возможно с вами играть? Что за игра вообще? Ты жаль, мы помнишь, когда играли... Я импостер. Я импостер. Мы когда играли, мы наоборот переживали, что наши люди будут там стрим снайперить. Специально, что, знаешь, там задержка была. Мы понимали, что если мы будем там импостерами, то невозможно будет играть. Да, гениально. Думают, я такого здания не видела. Давай спортим. Давай мы спортим видео. Единственный раз, когда мне удалось стать импостером, меня просто дешево слили в самом начале. Это абсолютно несправедливая хуйня. У меня чуйка. Я каждый раз говорил, что это Марин. И в этой катке это будет не исключением. Но теперь уже это будет действительно правда. Я просто абсолютно уверен на все 100%, что это Марин. Олег Пот. Надеюсь, это не он. Но я же уверен, что это Марин. Получается... Опа, нет, это не Олег Пот, значит. Все размутились. Олег Пох обнаружил. Но никого не видел. Передо мной основной Кирюха был, но больше никого не видел. А если ты был один? Не-не-не, я был с Олегом тоже. Кстати, хотел нас... Олег, ты видел, откуда я прибежал? Может подтвердить, что Олег был не один? Я не Кирилл, потому что мы с Кириллом делали здание. Просто я бежал по кругу по карте, забежал в электрик, а там... Смотри, сейчас я полностью обеляю себя. Смотри, я бегу с правой части вниз. Подождите, не мешайте Кириллу себя обелять. Возможно, он трогает. Тихо, заткните ее, бля, все. Я бегу справа вниз. Надо не Кирилл. Не, они вроде в игре говорят. Они походу по Дискорду. Ну, возможно, да. Все-таки по Дискорду. Что видишь, ничего не появляется, никаких голосовых штучек. Походу просто кто первый. Труба, кто инициировал голосование. И Аркаша наверху делает. Знаете, Кирилл примитивный, как кирпич. Если вот, четко понятно, что он не выиграл, потому что слил все Богдан. Полина, скажи что-нибудь. Че, я с Мариной бегала. Я решила его попугать, думаю... Ну, она реально с тобой бегала, Марина? Вдруг он подумает, что я импостер и будет меня бояться. Реально с тобой бегала? Да. Прям точно. Ну, сзади аж вал. Давайте кикнем Олега, если это будет не он, кикайте меня. Да, блядь, какого хуй? Если не он, меня кикайте. Почему меня? Да че вы кикаете? Да рано. Мы же можем поиграть, если в первом раунде кого-то кикнем. Богдан, какого хуй трупа говорят нам, что делать? Это Олег, ладно. Все, снова собрали. Ага. А ты сказал, что Олег? Это Олег! Олег убит, он такой... Блин, он хотел сказать, что его выгнать. Подожди, так они вместе бегали. No name. Я... Хоть появился. Он и был вообще-то. Это ж Кирилл, сказали. Возможно, это Кирилл, потому что с Мариной мы все время рядом бегали. И с Аркашей. Я с Альполиной бегал много. Блин, да ты чё, гондон, блин. Да не я, да 100% не я. Да не ты гондон, другой. Подождите, Марина, скажи что-нибудь. Поговори со мной, брат. Скажи мне честно. Где труп, Аркаш? Аркаш, где труп, Аркаш? Где труп? В душе не еб... Я кнопку нажал. Брат, это не я, брат. Я бегал по стрелочкам, слишком много тревог, все этой хуйни. Я в этом не шарю. Кикнем бабу. Баба нам не нужна. Как на отдых кататься вместе. Давайте Аркаш кикнем. Блин, я в этой комнате на кей. Кикнем бабу. Она такая, ужин даже не проси, да? Это не я. Я все сделала.
Кирилл, не вздумай меня сливать дешево. Это точно не я, брат, поверь мне. Слушай, а ты-то... Брат, поверь мне. Остановитесь. А что ты делал? Это... Джоха накинул 7 секунд осталось. Это Марин. Это Марин. Это Марин. Или Олег. Господи, бля. Ой, какой Олег? Стой, да не Олег, не Олег. Да у нас все переходит. Марин, я бегаю с тобой. Мне пох. Я бегу за тобой. Понял меня? Нет, бля. Без проблем. Да ёб... Пёс. Да где вы? Все-таки это был Мармок. Он убийца. Ах, реально. А Джохан сразу подозревал. Он сразу подозревал. Да, скотина, да. Скотина просто. Слов нет. Какая же скотина, а? Просто какая скотина. А я подумала, он когда говорил такой, ой, я не знаю, там какие-то стрелочки. Я вообще в этом не разбираюсь. Ой, какие-то стрелочки. Ну да. Не люди, что ли? Это куски говна, блядь. В начале игры я думаю, я говорил, что я уверен, что Марина. Потом думаю, да нет, брат, не может. Брату, блядь. Сдерживал себя, чтобы не взорвать. Иди нахуй. Первое, что я сделаю, я выполню быстро все задания. Я вообще не буду сейчас задерживаться, где бы то ни было. Я просто в самом первом чпокну. Все очень быстро и грамотно. Отлично. Опа, обнаружен Мармок. Нет, просто. Ёбаный рот! Почему ты прошла мимо в первый раз? Скажи, Мармок. Мармок убили. Одну секунду! Хочу отхуй. Я скажу. Хочу отхуй. Вы же понимаете, тихо, вы же понимаете все, да, кто это сделал? А Кирилл сказал, Кирилл, на кого подозрение? Но я хочу сказать, что мне очень хладнокровно. А почему я задал вопрос, просто не понял. Потому что мы четвером реактор чинили, а вас двоих не было. И что, бля? Кстати, я якобы делал задание. Ну побегайте со мной, говноеды, блядь. И вот в этом коридорчике убили Марину. Как мне нравится, как вы находите доводы весомые. Давайте, Кирилл, вот ты кусок говна со мной и без. Потому что Мармок убили, поэтому они... Да. Тупорылые, тупорылые, да. Мои друзья, кретины! Вы кретины, Кирилл, я хочу набить тебе еб... Убей, Кирилл. Как выиграть в Мамогу, если потерять всех друзей? Да? Давай. Ну, давай, смотрят. Придурок, что ты... Блять, он реально странно себя ведет, Олег. Все, убил. В порядке. Олег. Грустный, смотри, фиолетовый кусок говна, блядь. Теперь его засирать. Ты даже на том свете не избавишься от друзей, да? Вы поняли, кто это? Че, ты понял, кто это теперь, говна кусок? Будем сейчас как-то делать грамотно все. Нужно как-то реально завести друзей. А он импостер. А потом уже Мармок, Мармок. Кирилл, блядь, на камерах, говнище. Ага. Ладно, будем делать все грамотно. Ты спалил! Брат, лезь. Или сразу камерщика этого конченого сделали. А сразу камерщика. Красиво, это мне нравится. А ты типа делать задание. Так, окей. А, случайно еще убил. Случайно или специально? Ты что, ух, сразу. Двоих, нахуй! Двоих! Да, нет, это странно. Вообще не на кого думать. Абсолютно. Мне кажется. Походу со всеми, кроме Богдана. Вот не встречу, не знаю, в каком... Я только что покурил вейп. Я бегал с Марином, я бегал с Полиной. Твои небес. Что ли, полиция просто сиди и рыгай, называется, да? Гениально. Полина, так сиди в этой комнате. Они в этот момент отключаются, получается? Да. Естественно, если ты, ну, чтобы игру не портить, конечно, те, кто уже как бы погиб, тот и дискорд отключается. Ты что? Ладно, надо бегать сейчас с ними, как поделать все как-то непонятно. А можно двоих убить сразу? Нужно ввести в заблуждение. О, он делает вот это в толпе! Да? И типа не понятно, кто убил. Да! А я помню, у нас так было, когда кто-то в толпе резанул, и ты не понимаешь, кто это сделал. Да, это жестко. Ну что, да, подгадать момент. Все были, мы что, все да, были, подгадать да? момент. Нет, они сейчас, видишь, когда включаются? Да? Это как будто в игре звук, походу. Не-не-не-не. Видишь, они просто включились сейчас. Я не знаю, я просто давно не играла. Они почти выполнили все задания. Слышишь? Ты что, охерел я? У меня одно задание. Аркаша точно? Не я был, у меня одно задание, придурки, не кикайте, блядь. Одно задание, последнее, Саймон слева. У меня карта. Богдан! Понимаете, одно убийство и все. Богдан, ты меня просто льешь сейчас дешево. Да, я согласен с этим. Что это значит? Что? Не, подожди, стоп. Не, нихуя. Мое решающее, куда? Я не знаю. Я видел, это... Я могу сказать, что это не я, а дальше принимай решение сам.
Олег, кому ты веришь? Гриша, они с трубами разговаривают. Да, но они, видимо, просто не признаются. Она ли это знает? Она ли это знает? Да вы нахуй стакаетесь толпой. Это полный... Всегда провоцируется до кого-то, блядь, эту хуйню сделать. Не делайте это просто, и все. Я подумал, что это... Кричит. Падайте на него, как все, он наконец-то выиграл, как хотел. Делай выбор. Да. Люди, ау. Для меня странно находиться на работе сейчас, как бы за рабочим столом, за компьютером, потому что я привык к морю, коктейлям, безалкогольным, естественно, горам и плохой погоде, если честно. Съездили круто. Более подробно вы увидите у Марины на канале, поэтому заранее я может, смотрели, да? Да, три месяца назад. То самое. Я просил не выкладывать. Ролик просто давно уважал. А мы смотрим только сейчас. Может быть, чуть-чуть. Добро пожаловать мне, по всем вам соскучился. Надеюсь, ролик вам понравился. Ну не, и хорошо, вы с вами, нормально, интересно. В следующее воскресенье. Всем пока. Ты можешь? А могу всегда волнительный. Говна кусок. Я хочу, чтобы ты был ассоциативный. Я красный. Мне раздеться? Ты не говна кусок. Я уже знаю, это он мне, бля. Короче, ролик прикольный получился. Можно еще что-нибудь Джохана интересного посмотреть, как раз таки совместки. Мне нравятся такие вот кооперативные игрушки. Все зависит от желания зрителя. Да. Если вам потому что понравилось, если мы увидим, что вам понравилось, как бы и мы смотрим, будем да. тоже смотреть. Вот такая, короче, получилась реакция. Спасибо большое за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.